Маргарита Андреевна, Следственный комитет. Пакеты с продуктами, набор лекарств и, как дополнение, в день рождения торт. 81 год исполнился ветерану следствия Маргарите Грековой. Такую дату не могли оставить без внимания сотрудники следкома Крыма. Список покупок заранее согласовали. При доставке соблюдают меры предосторожности. Они в маске и перчатках. С днем рождения вас, самое главное, не болейте. Спасибо большое. Самое главное вам крепкого-крепкого здоровья от всех офицеров. Боевая подруга Маргариты Андреевны живет на соседней улице. Ирина Ковеня проработала следователем не один год и продолжает делиться опытом с действующими следователями-криминалистами. Все, не болейте, самое главное. Вы тоже. В непростые дни помогают исследователю по особо важным делам Григорию Лахтенко. Он расследовал экономические преступления. Сейчас не выходит из дома по состоянию здоровья. А Леонид Чернов воевал с фашистами, потом 20 лет прослужил следователем. Долгие годы они защищали граждан от преступности. Теперь уже им самим нужна забота и поддержка. Следкомовцы продолжат навещать пожилых людей. Диана Бекмамбетова, телеканал «Милет».